Эпидермис у мужчины на 15-20% толще, нежели у женщины. Поэтому такие методики, как процедура химической эксфолиации, химические пилинги, находят прекрасное отражение при работе с мужчиной. Это позволяет убрать кератоз на поверхности, очистить кожу, уменьшить выраженность пор и, соответственно, придать коже более ухоженный цвет лица. Но здесь тоже обращу внимание, что когда вы работаете с портретом мужчины, с пациентом мужчины, не забывайте, что мужчина – это а не женщины, которые готовы ходить с покраснением, которые готовы ходить с шелушением. У мужчины должно быть минимум процедур, максимальный эффект, не больно и незаметно для окружающих. То есть он должен видеть эффект, который с ним происходит, эффект преображения, но при этом то, что ему что-то выполнялось, не должно быть заметно.